Эта идея поддержана Центром развития социально-гражданских инициатив и торгово-промышленной палатой города Одинцово. Цель акции – помочь малышам с рождения и до 3 лет, находящимся вместе со своими мамами за колючей проволокой в исправительной колонии номер 5. Мы сегодня принимаем часть вещей для акции «Подари надежду» колонии Можайская номер 5. То есть мы оказываем помощь деткам от 0 до 3, то есть которые нуждаются в какой-то благотворительной помощи. В колонии находится 21 мальчик и 24 девочки. По внутреннему распорядку учреждения передать малышам можно только определенные вещи. В качестве новогодних подарков они получат одежду, игрушки, печенье для детей от 6 месяцев, а также подгузники, в которых в колонии есть острая необходимость. Мы привлекли очень много людей, очень много отозвалось людей, и мы этому безумно рады. Также у нас торгово-промышленная палата, опять же повторюсь, принимает активное участие. Она нам помогает и писать и письма на проход в колонию, и подарками. Красная линия нам очень много всего помогла. В нашем городе проживает очень много неравнодушных людей. Среди них организация «Супермамочки». Ее возглавляет член общественной палаты Оксана Артюхина. Мамы наши собрали все, что необходимо для малышей. Это памперсы, пеленки, салфетки, детские игрушки. Мы даже собирали вещи, которые тоже предназначаются для малышей. Там платья, всякие теплые, ботиночки, сапожки, куртки. Эта акция уже третья по счету. И, как отмечают ее организаторы, с каждым разом все больше людей принимают в ней участие. А те, у кого еще есть возможность и желание помочь малышам, можно обращаться по телефону, номер которого вы видите на экране. Нила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».